В городском округе Люберцы прошел 4-й форум НКО с нуля от регистрации до получения грантов. На дискуссии задавали вопросы о создании и продвижении некоммерческих организаций. Форум провели представители Общественной палаты Московской области. Все подробности есть у Анастасии Кладиновой. Нам важно, чтобы все те люди, которым интересны НКО, которые приходят на наши форумы, чтобы они действительно получили действенную помощь, чтобы мы дали конкретные инструменты и кейсы, как можно открыть НКО, как его нужно вести, как можно получить гранты. В обсуждении приняли участие представители налоговой службы и Министерства юстиции, члены общественных палат и представители Московской областной думы. Это 4-я встреча, объединяющая некоммерческие организации Подмосковья. В этот раз площадкой выбрана городской округ Люберцы, где собралось около 60 участников. Для нас работа с некоммерческими организациями – это не просто мероприятие для галочки, это работа ежедневная, кропотливая, это связь между обществом, между активными людьми. У нас в городском округе порядка 50 общественных некоммерческих организаций работает, функционирует. Мы эту работу только приветствуем, поддерживаем и в дальнейшем будем также развивать. В Люберцах разработан комплекс мер поддержки некоммерческих организаций. В них входит предоставление помещения и финансирование в рамках муниципальной программы. И на данный момент 8 организаций у нас уже получили безвозмездно муниципальное помещение. Финансовые меры поддержки. Финансовые меры поддержки представляются и направлены на то, чтобы получать, по сути, гранты, субсидии безвозмездно на ведение своей деятельности. У нас заложена программа, и каждый год мы предоставляем такие денежные средства, чтобы было понимание, от суммы от 50 тысяч рублей до 700-800 тысяч рублей. Форум состоял из двух тематических сессий и проходил в формате диалогового обучения, где после выступления спикеров участники могли задать все интересующие вопросы. Это прошло на пользу для тех, кто только на пути создания НКО, и тех, кто уже работает по этому направлению и ищет новые знания и возможности. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.